Тем временем в Вятских Полянах соревновались спортсмены со всей страны. Там торжественно открыли чемпионат России по городошному спорту. В городках нет особых ограничений, заниматься ими может каждый. Сегодняшним игрокам далеко за 50. Но участники признаются, возраст не помеха. Здесь важно быть не просто сильным. Суть игры в том, чтобы бросками бит выбить города, различные фигуры из 5 деревянных столбиков. Главная задача – затратить на выбивание 15 фигур как можно меньше бросков. Кто смог, тот и победил. В Вятских Полянах свои силы попробуют спортсмены из 16 регионов страны. Во многих из них нет закрытых городошных павильонов, и возможность поиграть появляется только благодаря таким энтузиастам, как эти ветераны. Вообще это народная игра? Ну, а в 23-м году узаконили правила, узаконили проведение соревнований, узаконили фигуры, все. И стало проводиться, узаконили нормативы. У нас нормативы есть обязательно. С первого юношеского и по мастер спорта, даже есть заслуженные мастера спорта.